Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро 78 дверей. Сегодня мы смотрим образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Разорванное кольцо». И смотрим характеристику вашей личности. То есть вы как личность. Вы как личность. Смотрите, вы ушли из своей иллюзии и фантазии, несмотря на чувства из отношений. Вы ушли из отношений, не закрыв двери, да, то есть даете возможность мужчине сделать какие-то шаги. И вы сидели в переписке, но не получили тех ответов, которые от него ждали, и, в принципе, отошли в сторону. Так, какова ваша личная жизнь на данный момент? Личная жизнь. Так, есть такая, скажем так, наблюдательная позиция. Вы наблюдаете за партнером, да, у вас есть к нему привязанность. Вы очень сексуально привлекательны, занимаетесь своей внешностью, очень много тратите на это время, энергии, сил. Профессионал своего дела. Можете увлекаться эзотерикой, магией и кропотливо в этом направлении можете работать. Так. Что вас отталкивает от вашего партнера? Непонимание. Человек не слышит, не видит, не идет на компромисс и гнет свою линию. Что его отталкивает от вас? Что вы видите цель свою, не видите препятствий, что вы разрушаете самоотношения, да, и что вы верите в сказку, что партнер должен делать сам, да, то есть он хочет, чтобы ему все принесли на блюдечке золотой каемочкой, а вы считаете, что это должно быть по-другому. Так, какие внутренние психологические проблемы мешают вам создать семью? Так, внутренние психологические проблемы. Смотрите, три старших аркана. Вы императрица, умница, красавица, само совершенство. Вы уже сделали свою карьеру, вы могли быть уже замужем, да? Сильная личность, которая не дает мужчине вообще поднять голову. То есть мужчине не получается вами обладать. И есть такой момент, что вы хотите, чтобы, если мужчина любит вас, он это доказывал. Так, смотрим. Что вы делаете для того, чтобы оттолкнуть потенциального или реального партнера от серьезного шага и создания семьи? А вы его заставляете доказывать свою любовь, дарить подарки, привозить цветы. То есть, чтобы мужчина научился завоевывать, и мужчина научился показывать свою любовь, да, не только словесно. Внешнее влияние, что разрывает это кольцо? Тяжелая кармическая отработка, тяжело бросить, тащить сложно, да. Но, несмотря на это, ситуация как бы идет, движется, то есть она еще не закончена. Что нужно сделать вам, чтобы найти спутника жизни или склеить это кольцо? Найти решение вопроса из многих решений, да, то есть к любому человеку есть подход. Любить себя любимую. Можете как бы обращать внимание на свою интуицию, можете что-то просматривать по картам Таро. И, в принципе, можете действовать, когда найдете. Так, в ментальной сфере как мыслите воспринимать ситуацию? Мыслите так, что должно быть возможность с ним договориться, да, чтобы он пошел на конфронтацию. Так, а в реальности? А в реальности ждите от него шагов, да, то есть ничего не делайте. Так, если сейчас в вашем окружении такой человек,
Так, смотрите. Ситуация у вас зависла. Человек осторожен, не делает шагов. Здесь идет определенный урок, да, который покажет этому человеку, что если он ничего не будет делать, то все разрушится, и разрушится его любовь. Что это за человек? Это человек, который стоит у закрытой двери и пока еще не, скажем так, не преодолевает препятствия. Да? То есть он стоит и скулит или ноет. Так, итог, будет ли заключен брак в ближайший год или другой свой срок, да? Будет ли заключен в ближайший год? А здесь без магических воздействий будет все сложно. То есть будет торможение, болезненное ожидание, он будет сидеть, страдать, да, вот ничего такого не делать. То есть без магического воздействия у вас не получится. При магическом воздействии, да, есть вариант, что в ближайший год будет заключен брак. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.